Сочетание такой индустриальной эстетики. Это очень модно. Я бы сказал, что вы сделали очень модное место. Поразили ваши двери изумительные. Первое, что пришло в голову, потом колонны, которые вы сохранили, судя по всему, или наоборот, стилизовали. Удивило это висящая в воздухе библиотека, которая так как-то неожиданно встраивается. Все, что я увидела здесь, стены, двери при входе, все, что окружает нас сейчас, также цвета, которые вы подобрали, все очень хорошо в этом интерьере собрано воедино. То есть Матео, как дизайнеру и декоратору, нравится очень. Мне больше всего понравилась вот эта часть. Если мы смотрим туда, вот это и вот этот белый экран, супер. Ну, в принципе, по-моему, у вас удалось, и удачи вам в дальнейшем. Дизайнерам здесь будет интересно, наверное, и комфортно, если у них нет своих идей, они могут в каждом углу другую идею как бы подчеркнуть. Ну, ваши двери и вот эта вся конструкция, она круто сделана. Это удобно для создания площадки для коммуникации, безусловно. Базовый цвет в сочетании со стеклом, да, и как основного, в общем-то, и идейного организатора и спонсора, да, фирмы Vitoris. Вот то, что они представили здесь свою работу, особенно на фоне сохраненных металлических конструкций, которые сохранились от старого цеха. Вот это здорово.